я покинул родную станцию в первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии ни почем. За Артема! За кого нам пить-то? Чувак. За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. За тебя! Давай, Тёмка, за тебя. Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалий? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно, надо проверить. За удачу и за Артёма. Не заходите. За тебя, Артём. Спиртяжка, что надо. Ух. Так что там с вами произошло-то? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар не устал. Какая скука торчать в этих трущобах на риске. Короче, мы вроде как прошли сквозь невидимую волну. Ну, спасибо, чувак. Без понятно. Если б не ты... момент, когда на нас бросилась целая... Эх. Это Артем нас спас. Все выдержал, остался на ногах. Видно, этот тоннель на него не подействовал. В следующий раз чур моя очередь быть героем. Как лев. Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. Вы, грубые солдафоны, как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. А? Что ты сейчас сказал? Все-таки не понимаю. Ты еще здесь? Почему эта аномалия на тебя не подействует? В следующий раз чур моя очередь быть героем. Thank you.
Когда закрывают туннели, бизнес расцветает. Да, ты им показал кузькину мать. Да тут скоро бунт начнется, если они не откроют тоннель. Привет! Дайте подохнуть бывшему системному администратору. Спасибо. Подайте пару пулек. Одну пульку. Не дайте подохнуть бывшему системному администратору. Подайте пару пулек. Одну пульку. Не дайте подохнуть бывшему системному администратору. Оружие, наркотики, поддельные документы. Да-да. Да-да. С этим можно только выдыхать. Подумаешь. Хороший выбор. Наконец-то у тебя будет приличная пушка. Ну и ладно. Пульки, пульки, пульки. Меняем пульки. Спасибо. Yeah, I haven't actually had that much chance to get to know my inventory very well. So, yeah, I understand that I have some ammo that I'm not currently using. I am very reluctant to sell anything, even if it's just for the case that I have to. Перегон к станции Проспект Мира перекрыт. Временно.
Привет, медведь. Прости, друг, но у нас приказ. Тут все серьезно. Целый караван в туннеле пропал. Бандитская засада. Благодарю вас. Да пребудет с вами сила. Я скажу с ума. Господи Иисусе. Спасибо. Господи Иисусе, благодарю вас. Да пребудет с вами сила. Туннель, ведущий к проспекту Мира, запечаток. Одну пульку. Не дайте подохнуть бывшему системному администратору. То бандиты, то монстры. Что за жизнь такая, а? Надо. Крутяк! Вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Ну да. Вау! Я бы тоже хотел на ней покататься. Отдайте один патрончик, а? Эй, малыш, иди клянчу у своих родителей. Похоже, мне пора. Запахло поркой. Подайте патрончик. Дяденька, кушать хочется. Спасибо. На что уставился? Проходи давай, нечего тут. Командир сейчас занят. Подойди позже. Аптечки, фильтры, ножи. Набор туриста. Привет. Патроны не нужны? Check my weapons, but somehow I don't think they like
это моей маленькой сестренке. Один патрон, всего один. Look, dude, you look fairly well fed already, and you look very industrious. I'm not working anymore, so you have all the business opportunities out there. You know, go ship upstairs for a second. У меня лучшая дурь на три станции вокруг, потому что больше тут никто не торгует. Again, the costume voice. Скука приводит к желанию выпить. Закон Менделеева, блин! Будете у нас на Колыме, заходите. Ты Артём? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Он такой большой, такой страшный. И от него нехорошо пахнет. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Спасибо. Пошли со мной. Эй, чего отстаешь? Even though I don't have that much ammo right now, I think it's a good idea to trade with the locals a little bit. Well, trading might be a little bit generous word here, but you get the idea. Вон он сидит. Ну ладно, мне пора. Пока. Okay, so I will end up here, but I suspect that talking to this guy will trigger some sort of mission, so naturally I will wander up and explore the whole station before that happens. Now, I wonder, does using a flashlight deplete batteries? Reading. Okay, squatting by the outhouse might be the greatest idea, but what about? Of course, there are houses. Onwards, Kislevite. Okay. Yeah.
Yoinking some out of the toilet is always the way to go. Dark corners, awesome. Also, I wonder if there's a possibility to save the game. I am going to check the options bar later on. Let's see now. Draw and notice different broken glass. Attached to dark cans. Okay. Resume game. So I can't actually save. Tone down the master volume a little bit. Okay. So yes. Saving is not my responsibility here. Thank you.
different sound is used to give, used to convey a whole different atmosphere in different areas. Like if you get quote unquote inside from that cold dripping noise, then I don't know. Basically, you feel physically warmer. Hey, can I get a lodging here? I have doodad. Дайте пару пулек, одну пульку. Не дайте подохнуть бывшему системному администратору. You are all system administrators. Оставь меня в покое! Оставь меня в покое! Привет, медведь. Тут не район обобжать. Гляди в оба, а то обчистят. Нет, серьезно. Вот что ты ожидаешь услышать от рядового солдата на этой станции? Надо обязательно тыкаться во всех, да? Но за твою любознательность я награжу тебя и исполню три твоих желания. Чудеса случаются, парень. Веришь? Зря. Все, отвали. My wishes. Again, the partial language skills are so frustrating. I can make out some of the message, but not all of it. Hello. Господи Иисусе! Господи Иисусе! Okay. Благодарю вас! Да пребудет Спасибо. С вами сила! Подайте пару пулек, одну пульку. Не дайте подохнуть бывшему системному администратору. Спасибо! Realize that I will be remembering your faces the next time I expect you to make do on your own. Don't disturb sleeping people. Of course it was nice that the people also leave some extra ammo for me to find, so no problem giving some back to the station and such. And you? Don't you want anything else? I suppose not. Okay. So, can I put in this one? Oh, there's a stairs up. I want to see. I don't see.
Go from here, then I will end up at the dude who wanted to talk to me, won't I? No? Oh. Never mind. Not creepy at all, it's not creepy at all. Because of course. Idle gear is depicted quite the same way as... Whoa, okay. Better not tamper with the wires or anything. Yeah, the idle gear is depicted quite a similar way as in... As in Clear Sky. Place where I was supposed to go. Are there more bullets over here? No. Okay. I should totally be able to jump here. Come on now, game. You know as well as I do that I should totally be able to jump up here. Take it that the way to the upper level is through here. So onward. Подойди-ка. Ты Артём, да? Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской. А эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочём. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки.
А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Ладно, я подожду. Но я нетерпеливый, ты учти это. New Vision episode and kick off the next one when we already go and talk to the booth. Привет, малыш. Ну да, я разговариваю не с тобой, а с твоим малышом. Думаю, с ним мы договоримся быстрее. Okay. When I said booth baby, I didn't mean you. Do you have any information? Information or ammo? I take it at some point I would have to rig something up here and plug it in. Lights and booze and all sorts of civilized shit. I know that the game expects me to switch it, but I'm not gonna. At least not yet, until I receive clear instructions. Why? Also, I'm still bothered that I can't get up there. Why? Why can't I get up there? I am basically up here already. Why can't I? Shooting tutorial. And then this sequence works a little bit like navigation tutorial. Like there are cramped spaces and you have to. Привет, медведь. Держись подальше от попрошаек. I am not trying to be rude.
See you in a moment.